Как вы можете даже думать, что девушка не мечтает быть любимой? Стыд преграждает мне путь к райскому наслаждению. Вы не читали, что говорит псалмист? Если хочешь завоевать любовницу или девушку, нельзя испытывать страх или стыд. Люби ее во всем, и, оказавшись с ней в постели, не предлагай любезностей, которых ей не нужно.